А кто ваш врач? Доктор Гаше. Он тут рядом живет. Не знаю такого. У вас все такое же нежное, гармоничное лицо. Я хотел бы написать ваш портрет. Вы всегда так подкатываете к девушке? Я сама как Ван Гог. Тоже хочу семью и детей. Ты такая красивая, когда плачешь. Осел. Твой стиль – это твое сердце. Лео Ферре. У тебя взаймы не найдется? Хочу купить скотч. Не пить, очки подклеить. Вчера 30, на той неделе 40. Я что, твой банкир? Подписывать не буду. Никто не должен знать, что я участвовал в этом позоре. Встретил старого приятеля Малоуна. Я тебе о нем рассказывал? Не помню. Это самый богатый человек в еврейском квартале. Король кошерного белья. Простите, эта картина продается? Да, что, хотите купить? Винсент Ван Гог. Винсент Ван Гог. О, боже. Лео Мадзотти, рад. Зовите меня Винсент. Так, либо я сплю, либо сошел с ума. Кто вы? Я уже ничего не понимаю. Только, пожалуйста, умоляю, не говорите ей, кто я. Винсент Ван Гог, который давно умер и вдруг разгуливает по улицам. Я бы не хотел ее напугать. Это произведение демонстрирует экзистенциальную сторону человеческой сущности. Этот продукт легко найдет свою нишу на рынке. Я не понимаю, что это значит. Для меня произведение искусства — это прежде всего сам художник. А здесь никого нет. Я пытался передать тепло ее кожи, сияние волос. Да, возможно, но все равно это не Ван Гог. Просто приятная, радостная картинка. Но, разумеется, я же влюблен. Вы уже говорили. Живу одним днем и наслаждаюсь каждым мигом. Можно мне еще? Я Винсент Ван Гог.